сегодня у нас на обзоре адский аннигилятор, уравнитель, как-то терминатор, лазер, пушка, бомба. В общем, это топчик, дорогие друзья, Netcore TM39. Фонарь, который светит на 1,5 километра. Вы просто вдумайтесь, 1,5 км. Почему я так радуюсь и удивляюсь? Да потому что носимый осветительный прибор, который, это не тепловозный прожектор, это не на эсминце каком-то там зенитный фонарь, я не знаю, это штука, которую вы можете носить в руках. Да, он весит там 300 кило с копейками, в принципе, штука не прямо уж такая, как пушинка, ну не божья коровка. Но для этого есть у нас специальное крепление. Как это крепление выглядит, вот примерно вы сейчас видите на экране. То есть, если вы там обходите какую-то территорию или охраняете какие-то объекты, вы можете этот фонарь носить на шее, чтобы не таскать его в руках. Ну, давайте по порядку. Коробочка здесь самая обычная, вот такая вот картонная найткоровская, которая у всех фонарей, ну, такой премиумной серии, ТМ-серии мы видим, да, обычная картонная коробка, как у любого серьезного девайса, такой голый картон, без всяких фишек там, цветочков, лепесточков. Производитель говорит, что это ТМ-39 хвастается, Ультра Хай Фирмпонас, ну это вы сами все в принципе можете посчитать, 5200 люмен, дорогие друзья. ТМ-36 5 лет назад, у него там было 1800, если я не ошибаюсь, люмен, который светил на 100 км. Да, вот по-моему вот так вот, 100 км и 1700 или 1800 люмен. Сейчас вы видите, насколько прогресс шагнул вперед. Это 1,5 километра и 5200 убойных люмен на диоде французской фирмы Luminous. Ну, это понятно, это я уже озвучил. 1500 метров, 562 500 кандел светоконцентрация, дорогие друзья. Это значит, если вы его куда-то направите, он просто выжгет то, на что его направили. Можно погружать под воду на 2 метра, защита здесь IP68. Что интересно, я вот только что заметил, раньше на фонарях Nightcore писалась защита IPX8. Что это значит вообще такое? IP — это Ingress Protection, международная классификация защиты электронных устройств от проникновения пыли, микрочастиц и влаги, где первая цифра от 1 до 6 это проникновение от микрочастиц, и вторая цифра — это проникновение влаги. Раньше они писали IPX8 просто. Это значит, что от проникновения пыли микрочастиц фонарики не тестировались, но воду не пропускали. Теперь они уже, видимо, стали тестироваться и от проникновения микрочастиц. Максимальная защита для электронных устройств. Если где-то там взорвется графитовая бомба, он у вас не выйдет из строя. И также его можно погружать под воду. Внутри у нас лежит гарантия на 5 лет, на все фонари Nightcore идет гарантия 5 лет, ну, собственно, и все. Также идет вот такой вот зарядный блочок. Давайте я подтяну поближе, покажу зарядный блочок для того, чтобы фонарик можно было заряжать от сети 220 вольт. Также лежит инструкционная с подробным описанием, как какие режимы включать, как заряжать и прочее, прочее, прочее. А здесь крепление, темлячок. Который, ну, темлячок, я не знаю, достаточно, я же говорю, фонарик не легкий, поэтому насколько будет актуален темлячок в данном контексте, я не знаю. Но крепление, оно актуально, и ремень тоже актуален. Это все цепляется, устанавливается для того, чтобы могли носить его на шее. Сам красавец, друзья. Гладкий рефлектор, понятно, как у любого шила, мне его даже страшно себе в лицо направлять. Это вот реально просто убойная мощность. Один диод на 5200 люмен. Да, время не стоит на месте. У фонарика установлен OLED-дисплей, на котором вы можете считывать актуальную информацию. Очень удобно. Фонарик показывает, какой режим сейчас используется, уровень заряда батареи, сколько он на этом уровне просветит, а также дальность свечения. Вся информация у вас на табло, что очень удобно. Торцевых никаких кнопок нет, развитый радиатор, мы видим все в насечках, ну понятно, такой мощности. И две кнопки управления, это вкл-выкл, on-off, и также кнопка переключения режимов. В фонаре используется аккумуляторный блок
NTP, ну, у вас там сейчас на экране высветится HD, это новый аккумуляторный блок, ну, или либо улучшенный. Я не нашел нигде информации, какая емкость у этого аккумуляторного блока, но примерно около 27 с плюсом тысяч миллиампер часов. То есть у прошлого аккумуляторного блока было 27700, если мне ни с кем не изменяет моя память здесь, значит, или либо, ну, как минимум столько же, либо больше, потому что диод более мощный и фонарик тоже более мощный. Аккумуляторный блок сам по себе можно заряжать от сети, не вкручивая фонарь. Для этого здесь есть индикатор зарядки и разъем. Но не совсем я понимаю, в принципе, зачем это, если у вас можно его заряжать, не откручивая, да. Также фонарь можно ставить на штатив, здесь есть специальное крепление, и вот это вот под резиновой заглушечкой непосредственно сам слот, сам разъем зарядки. Вот он у нас уже что-то показал, напряжение и так далее. Инструкционы, здесь у нас рантаймы, кто кому интересно, ставим на паузу и читаем. Если мы светим, ну, к примеру, да, на турборежиме, то это примерно полтора часа, довольно-таки хорошее время работы. Если мы светим на 2000 люмен, то фонарик просветит аж 4 часа, друзья. На 800 люменах 10 часов. Вы видите, ну, довольно-таки прикольные показатели, потому что мы видим хорошую емкость аккумулятора. Так, давайте теперь пройдемся по режимам данного фонаря. Включается и выключается он вот этой вот кнопкой. После того, как он включился, мы видим, он показывает Level 1. Дальше вольтаж 4,7 вольта, 36 часов просветит, 300 метров дальность, 200 люмен. Следующий, Level 2, 800 люмен. 4,5 вольта, температуру также головной части показывает, сколько метров и так далее. Так, извиняюсь, выключил. Level 3, 2000 люмен, да. Ну, фонарик заряжен не до самого конца, поэтому... И чтобы включить турбач, мы зажимаем вот эту кнопку. 5200 люмен. И также вся информация у нас проходит. Также в фонарике имеются спецрежимы. Это строб, сос и маяк. Чтобы их включить, при включенном фонаре два раза нажимаем кнопочку питания. Раз-два. Фонарик пошел стробить. После этого мы кнопкой переключения режимов стробит просто вырвиглазно, друзья. Меняем на сос, сигнал сос, азбукой Морзе. И еще одним нажатием на проблесковый маячок. Вот такие режимы, друзья. Также здесь можно мгновенно доступ к максимальному турборежиму. Это зажимаем вот эту кнопку переключения режимов, и он сразу же включается в турбо. Чтобы заблокировать фонарь, при включенном положении мы нажимаем и удерживаем кнопку включения. Он мигнул и заблокировался. После этого, чтобы вы не нажимали, фонарь заблокирован. Чтобы разблокировать, нужно, зажав вот эту вот кнопочку, нажать кнопку переключения режимов, и фонарь разблокируется. Я его так немножко неудобно мне держать вот такой, таким крюком, и даже рука дрожит, потому что, ну, тяжелый девайс на самом деле, 1,3 килограмма увесистый. Его еще можно, в принципе, ну, как бы вы и не смеялись, использовать как дубинку, немножко не по назначению, но тем не менее иногда такие вещи применяются. Ну что, друзья, самое время пойти и посветить. В контексте света хочу сказать небольшое отступление. Такими фонарями, конечно, можно светить с грунта, когда вы стоите ногами на земле, не на какой-то там возвышенности. Я вот им немножко просветил вдаль. Но с грунта не раскрывается потенциал. Конечно, да, вы можете досветить до любого объекта, который вы видите своими глазами. В радиусе, ну, я не знаю, 1,5 километра, вы понимаете, да, любой объект на горизонте вы высвечиваете, в принципе. Но чтобы показать, насколько он интересно и далеко светит, конечно, лучше светить с высоты, чем мы сейчас и займемся.
Ну что, друзья, всем известное мое окно на 8 этаже, где-то плюс-минус 25 метров. Конечно, мои возможности не ограничены, а вот возможности моей камеры довольно-таки, особенно в контексте с фонарем, который светит на 1.5 километра, я опасаюсь, что, конечно, не будет отображаться то, что хотелось бы увидеть. Но давайте приступать, собственно говоря. Я думаю, что следует сразу, наверное, нам включить турборежим, чтобы не тянуть кота за лапку заднюю левую. Я не знаю, друзья, какими словами это можно описать. Я единственное боюсь, чтобы кто-то не вызвал там какую-то полицию или МЧС или что-то еще, чтобы... Но это просто пушка. Это пушечная пушка. Смотрите. Ну вот если без зума, ну я не знаю, сколько дальность до этих объектов. Вот тут вот стоянка, вот давайте, вот стоянка. Там автомобильчики, видите? Смотрите. За стоянкой, вон дом. Дальше, дальше. Ну, то есть дальше у меня уже зрения просто не хватает, понимаете? И камеры не хватает. Куда он лупит? Вот видите, она просто мылит и не фокусируется на тех дальних объектах. Потому что это очень-очень далеко. Вот о чем я вам говорил, что моей камеры просто будет не хватать, друзья. Но оно и глаз-то не совсем хватает. Бинокль уже, наверное, какой-нибудь нужен. Ну, давайте полностью зум уберу. У меня такое впечатление, что он до горизонта досвечивает. Вот там дома стоят. Это, как вам сказать, ну, 3 километра, наверное. Вот те вот дома, вот там вот на горизонте. Вот у меня такое впечатление, что он до них достает. Что отыгрывают какие-то то ли окна, то ли что-то на них. Хотя, может быть, это уже плод моей фантазии. Но создается впечатление, что это свет до горизонта, друзья. Хотя до горизонта, ну, не 1.5 километра. Это просто пушка. Не знаю, нужно ли что-то комментировать. Наверное, нет. Ну что, подписывайтесь на канал. Проставляйте свои королевские лайкосики. Даже, наверное, императорские лайкосики. Фонарь, кстати, немножко нагрелся, уже головная его часть. Но не сильно. То есть он всего такой тепленький стал. С вами был еще разок. Увидимся. Пока. We'll be right back.
Понравился девайс? У меня для тебя хорошие новости. Скидка 10% по промокоду еще разок. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.